Женщина. Женщина – это очаг, это мозг, можно сказать. На ней держится хозяйство, воспитание детей. Это потрясающе. Потом это… Ну, смотря как мужчина относится к женщине, опять же. Как к самке или как к любимому человеку? Это вот вопрос такой. Если как к самке, ну, она женщина забитая, наверное, все-таки. Вот. Она должна удовлетворять только потребности мужа. Если она друг, товарищ, любимая женщина, тогда это уже совсем другое. Тогда эта женщина раскрепощенная, помогает, сама предлагает какие-то вещи. То есть делит все невзгоды и радости пополам с мужчиной, создавая семью. Недаром же говорится вот это сакраментальное. И в горе, и в радости жить. Вот, я думаю, так.